из вашей этой республики, из Киргизии, тут мало кто есть. У меня сестра родная там живет. У вас там недалеко есть такое село Воронцовка. Да. У меня там отец похоронен. Ну, мы священное действие, благовестие исполняем. Вы православный или другой? Что? Вы православный? Православный, конечно. Сектанты, они не крестятся. Православные крестятся рукой. Ясно. Я просто знаю, что баптисты там... Ну, баптисты не крестятся, они безбороды, они другие совсем. У них Библия, это вот на 11 книг меньше, они выбросили 11 книг. Понятно. Ну, круто. Если у вас есть какие-то духовные вопросы о жизни, о вечности, о будущем, можете задать. Ну, наверное, вопрос будет более... А вы, если вот можете, это... запомните два слова. Игнатий Лапкин, запишите. Если вы зайдете по скайпу, я вам там скину огромные материалы. А можете задать вопрос там, от меня? Да. Погромче будет... говорите, чтобы слышно было. Я говорю, если у меня жена, она будет русской. Ну, вот. И что? Ну, пока что так идет. Да никак. Если верующая, не верующая. А национальность не имеет никакого значения. Если она христианка, настоящая, она будет тебе верная по гроб. Она будет тебя любить и слушаться, не будешь подкаблучником. Она не позволит этого. А если неверующая, она будет... Если неверующая, то это будет очередная шлюха и все. Вообще разрешено имеется, да, или нет? Что разрешить? Ну, допустим, за меня выйти, а я человек другой религии. Ну, как другой? Вы во Христа не верите? Что значит Христос? Ну, Иисус Христос – спаситель мира. Он взял на себя грехи всего мира и умер за нас на Голгофе. Ну, у нас вот отличается. У нас он просто пророк. Ну, я это знаю, просто пророк. Почему? Потому что у вас написано так. Да. Да. Ну, вы пришли на 6 столетий позже. Откуда вам знать? Нам отдали апостолы, а этот человек говорит только откуда. За веру во Христа распятого умерли 500 000 людей в первые века. Ну, да, мы тоже признаем, но немного по-другому. Ну, это уже хитрость такая, сатана придумал. Сначала говорил, евреи украли Христа, а теперь дьявол говорит, что он не умер, не воскрес. Разницы никакой нету. Если он не воскрес, все во грехах живут. Почему послание Галатам, 1 глава, 6 стих, написано, если бы мы, апостолы, или ангелы с неба будут говорить не то, что написано в Библии, анафема, то есть проклятие ему. Мы не можем никуда уйти. А Деяния апостолов 4.12 написано, нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А через пророка никто не спасается. Только Бог это может сделать. Он Бог и Сын Божий. Значит, Иисус, Он Бог. Конечно. Конечно, он спаситель мира. А тут как? Ничего не доказано, ничего не узнали. А вот это не другое, у нас другая книга. А другой сейчас там сидит в подворотне, вам напишет, вашу книгу будет опровергать. Вы же ему не поверите. Он скажет, никакого не было пророка вашего, все там билиберда. Вы скажете, как так? Я не собираюсь говорить, что у вас какие-то ложные понятия. Ну, у нас отличается, вот и все. Вот у нас крестят детей, а баптисты не крестят. Какие-то доказательства мы можем показать. А тут ничего не было. Ну, евреи знают, что его... Они распинали. Они говорят, да, мы его убили, распяли. А он не распинал. А вам-то откуда это знать-то? На 6 столетий позже пришли. 6 столетий уже люди верят во Христа распятого, воскресшего. И вдруг, а его нету. Куда же он делся? Утром было, куда делся? Ну, это, наверное, разные места. Вот, нету, нет. Он умер за грехи людей. У них же это все... Как можно отказывать от спасения? Это не... Да, ну вот где-то там. Знаете, 700 лет назад, 700 лет назад пророк Исаия говорил, он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились, ранами. Это за 700 лет предсказано было.
Это 53 глава пророка Исаия. Это вот Библия, да? Да, в Библии. За еще Христос 7 столетий не родился, а уже о нем было сказано. 7 глава, 14 стих написано так. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть Иисус не пророк только, но Бог. Это уже предсказано было. Второе лицо Троицы. У нас сколько мусульман обратилось, принимает крещение в православной вере. У вас что-то крутится тут. Да, я покрутил, чтобы лучше было видно. Это сравнивать даже не приходится. Вот у вас в Киргизии был такой писатель Чингиз Айтматов. Слышали? Да, сейчас. Вот слушай внимательно. У меня... Постойте, постойте, секунду. Так. Вот. Это у вас Чингиз Айтматов? Да. Вот видите, какой вы парень грамотный-то. Так вот, слушай. Чингиз Айтматов в конце написал книга, называется «Плаха». Да, читал. «Плаха». Ну и корреспондент с литературной газеты приехал. Его... Как его величать-то? Кого? А я сейчас о ком говорил с вам? Чингиз Айтматов. Чингиз, как его величать? Айтматов. Нет, Айтматов фамилия. А Айтматов у него отец тоже был? Так. То есть он Чингиз Айтматович по паспорту. Как? Чингиз Айтматов. Нет, он у него отчество. Так, минутку, подожди. Да? Таракулыч, по-моему. Сейчас я прощусь. И вот приехала корреспондент и спрашивает его, вы уже мусульманин? Он говорит, да. Она ему говорит, Чингиз Айтматович, а почему у вас главный герой христианин, а не мусульман? Вы знаете, что он ответил? Он сказал, вы меня слышите? Да, слушаю. Но... Там главный герой христианин у него вывел. И он отвечает, Мухаммад, то есть Магомед, то и то делал доброе, а Иисус умер за грехи людей. Вот ответ. Так, ну все, пока, до свидания. Игнатий Лапкин меня звать. Александр? Да. Ну, что, хотите знать, как что переводится? Нет, вас Александр зовут? Да чего же ради-то? Нет, не Александр. Не Александр. А, ну я перепутал, а как вас зовут? Меня зовут Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайский край, мне 81 год. Ну, а, так, да. Этих паспортных данных вам хватит? Да нет, слушайте, у меня день рождения, знаете, когда? Так. 10 июня, прикиньте? Да. Ну, это похоже? Конечно. У вас, наверное, тоже 10 июня, правильно? Так, а мы с вами встречались уже? Ну, не знаю, может быть. Я вообще а вы на наши ресурсы заходите? Конечно, захожу. Я же верующий человек. Во свете Библии вы знаете там, да? Конечно. Ну, вот видишь как. Очень приятно. Ну, у нас большие ресурсы. По скайпу еще зайдите. Я скину там новое. У нас YouTube, форум, сайт, Mail.ru. Да, у вас тут на страничке ВКонтакте, вот тут YouTube есть. Ну, я ВКонтакте захожу, там администрация работает. А я не хожу. Мне не нравится эта система. Из тех малых нравится больше всего мой мир, Mail.ru. А, ну да, там поудобнее будет. Я очень удобно. И почта удобна. Я одновременно там было, мог сразу... А сейчас они уменьшили. Три кнопки нажму, 12 фотографий на 10 тысяч человек отдаю. Представьте. И 5 тысяч знаков. А сейчас там все это зажали, ничего нет. Три только, три. Трем послал, а четвертый уже кривые цифры. Расшифруйте. Мы свидетельствуем миру о Христе, что близко его пришествие. Если люди не верят, они раскаются в этом. Но слишком поздно будет. У каждого как бы своя вера есть, правильно? Ну, своя вера, она далеко не поведет. Ну, уже раз к Богу идем, должна быть божественная вера. Не, ну есть же люди, которые не верят в это. Ну, я сейчас с таким разговаривал. Разговариваем, я говорю, вот разговаривать, а берет, почему, кому бы Христос молился на кресте, когда был. Я говорю, послушайте, вы курите? Курит. Нет, ну курить, я говорю, я вижу по губам. Дальше. Вот сейчас начну говорить, примерно через 5 минут вы начнете материться. Не буду. Я говорю, будешь. Вначале говорит, он давай материться. Я говорю, ну я же сказал заранее. Я вижу по глазам, по губам, что у тебя набито там до ноздрей все этой скверны.
А то кому Бог? Он Бога-человек. Бога-человек. И как человек он молился Богу. Так он сам, тебе не надо рассуждать. Разум человеческий – это молекула на тысячную долю меньше молекулы. Да-да-да, я сам. Да. Ну, мы просто должны соразмерять. Я просто рассказываю. Смотрите, допустим, у человека сад. Там растут разные плоды. Ну и залез ребенок маленький, несмышленый, лет 5 там ему. И он сорвал плод один. Что ему за это будет? Ну что будет? Ничего не будет. Ничего не будет. Но Ева, она была ребенок в раю. И она вкусила плод. Ну какое это преступление? Ты что, она смеялась, изменяла мужу? Ничего не было. Но уже за этот грех умерло больше 100 миллиардов людей. Больше 100 миллиардов. Так вот, поэтому из этого во Христе, говорит, все живут. Жертва Христа достаточно, чтобы тысячи таких земля, планет, чтобы искупить грех. Божья шкала совершенно другая. А я молюсь, Бог простит. Я говорю, вы не знаете Божье свойство. Бог не прощает грех никому, никогда, ни за что. Он прощает только потому, что этот грех искуплен, отвечено за него. Пить свою вину, как всем. Вот. Христос может простить, потому что Он взял мои грехи мира. А откуда известно? Я говорю, Евангелие от Иоанна 1:29. Так и вы не видели. Я говорю, вы Суворова не видели. Юлия Цезаря не видели, но уже верите. Ну, правильно, да. Вот так вот наш мир устроен. Вера не от видения. Все видят. Правильно. Так а что им верить, что видит? Получается, им больше нельзя верить, правильно? Вера-то от слышания. Информации человек больше принимает через глаза. Без знания. Так, что вы? Все заглушают у вас. Микрофон во рту, что ли? Ты кто по жизни? По жизни я православный христианин. До армии работал прорабом в органах МВД. Служил в ракетных частях и подводном флоте. И в 23 года первый раз Евангелие в руки дали. И 57 лет иду этим путем. Сегодня мне 81 год. И мне не давали работать. Я 40 лет работал печником. Печи делал. Печи, что такое было. Вот так. Здравствуйте, батюшка. Вы можете зайти на наши ресурсы. У нас очень богатый YouTube. YouTube, у меня на YouTube, на моем канале, 17 300 роликов. 43 миллиона. Напиши, как канал называется. Да, вы напишите. Пишите. Во свете Библии. Два слова напишите. Во свете Библии. От нее свет идет, как от солнца. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, это я. Напишите, сейчас откроется вам. Все, давай, удачи. Спасибо. Слава Иисусу Христу!